Милбет Первая Лига продолжает курсировать по городам России. Сегодня 12-й тур, и пришло время заглянуть в Ярославле, где через несколько минуточек уже местная команда будет принимать футбольный клуб «Тюмень» и Евгений Татаринов, номер 10. Это основа сибиряков сегодня в запасе у команды из Тюмени: Андрей Савин, номер 1, Вадим Малютин, 4, Михаил Петров, 13. Удар, и тут же Шинник организовал атаку на ворота соперника, который едва не увенчалась ударом по воротам. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Вилли Ахметов, удар! Небольшой рикошетик здесь был. Самсонов, мне показалось, подкараулил отскок от Гузя и пытался прорваться к воротам Добни. Мне показалось, нужно, наверное, бить. И классный удар! Тюмень забивает с разворота. Илья Прохоров, к нему мяч отскочил. И с 12 метров забивает игрок Тюмени. 0-1 в Ярославле. Достаточно неожиданный мяч. Но вот эта ошибка в обороне буквально 30 секундами ранее привела к тому, что Илья Прохоров и Тюмень все-таки забили мяч в ворота ярославского Шинника. Поздравляем Илью. Шадринцев получает пас от Самойлова. Самойлов будет сам подавать штрафную. Опасно! И 1-1! 1-1! Игорь Андреев! Игорь Андреев! Игорь Андреев! Классный прыжке головой забивает ворота Егора Любакова. Да! Удар штрафного, классный удар с левой ноги и звон перекладины с левой ноги, вы посмотрите. Ну а пока Шинник здесь продолжает опять у чужих ворот активно действовать. И немножко показало, что Егор Любаков потерял рамку своих ворот. Олейников, пас поперек поля на Соколова. Соколов дальше в борьбу на левый фланг. Самойлов, нет. Мяч попадает в сетку с внешней стороны. Андреев, Сухомлинов, пас Соколова. И что? Спасает свои ворота вратарь Тюмени. Классно Шинник здесь расчертил. Поэтому никаких сомнений в желтой карточке для игрока ярославского Шинника. Андреев борется до конца. Мяч перелетает. Ух ты, господи, боже мой. Второй момент в этой встрече, когда мяч едва не перелетает вратарей. Ну что, здесь нужно встречать ярославцев. Выбегает футболист Тюмени. Удар! Вот это удар! И подстраивался Рубцов. Посмотрим на это чудо-удар. Олейников, смотрите, мяч как вращался. И тяжеловато пришлось. Между прочим, до... Ух ты, опасно может быть. И мяч здесь пролетает. Помощь еще рикошетов рядом с воротом. Добня спасает ярославский Шинник. Чуканов. Одного обошел. Второго. Опасно может быть. Давайте посмотрим. Прострелы. Как же тут? Как же тут не забивает Тюмень? Касаткин делал передачу. Штрафную площадь. Здесь еще по рукам получает Добня. Поплевал на свои перчатки. И готовится ввести мяч в игру. Так, а может быть опасно? А может быть опасно? И Тюмень все-таки забивает и возит победу, первую победу в истории из Ярославля. Кобялка сделал то, что не сделал 30 секундами ранее. Кобялка первый мяч за Тюмень. И эмоции, которые переполняют Антона, приносит победу. Посмотрим. На опережение сыграли. Защитники центральные встали. Добнин не стал выходить, хотя вроде бы среагировал на этот мяч, но полет был такой сильный, что после рикошета от перчаток мяч влетает в ворота Александры Добни. Тяжело, тяжело здесь. Эдуарду борется он до последнего, и нарушение правил. Штрафной пользу Тюмени. И все, свисток об окончании матча. Тюмень одерживает первую в истории победу в Ярославле со счетом 2-1. У микрофона работал Сергей Воронин. Ходите на стадион и обязательно болейте за своих.